Всех приветствую, дорогие друзья. Выбрались мы на очередной коп, можно так сказать, на похождение. Наступила осень золотая. Сейчас будем объезжать все наши пенаты, смотреть, что там происходит. Сейчас покажу, как красиво. Утро, 9 утра. Сейчас покажу. Так, господа, доехали до Полей Чудес. Первое поле все-таки скосили самостийно. Дальше не трогали. Идем пробовать в лес копать. Но, конечно, пойдем будем смотреть его. Первый сигнал, ну, вменяемый. Что-то было. Монитос. Крупный. Ну, как крупный, не пятак, конечно. Будем смотреть. Пули уже были. Это так, для справочки, конец октября. Ну, не конец, середина. Капуста. Капуста? Да. Ну, хорошо. Капусту мы здесь не поднимали. С этого поля, нет? Те не тронули. Мы хотели до третьего капуста дойти. Капуста. Зелененько, конечно. Написано. Сейчас, подожди, год посмотрю. Не вижу. Одиннадцатый, что ли? Капуста. Ну вот здесь стояла высокая. Высокий овес стоял, мы сюда добраться не могли. Да, все-таки, видите, долбанули. Хоть одно. Хоть одно. Из трех. Как говорили, не скосит. Ну, скосили, скосили. Ладно. Нет, 13. 13. Изумительно. Ладно. Так, ну двигаемся понемножку, собираем конинки. Вот такая штука попалась, прикольная. Замочек офигительный, со скважинкой. Целый, со... Нас наоборот. С узорчиками. Вот такой замочек. И чудесно. Машины-то еще толком не отошли. Опять по лужам лазили. Ну ладно. Так. Люба там что-то копает. У меня сигнал был. Был. Копейка, что ли. Или двушка, не пойму, николаевского формата. Двушка, наверное. Ну, потом ототрем, посмотрим. Что-то там. И у меня. И у меня. Ладно, потом покажу. Да, погода удивительная. То солнце светит, то дождь идет. Люба свистела, у меня сигнал. Двушечка, а год непонятно, 44-й, что ли. Не пойму. Но берем. Очень даже берем. Так, сигнал. О, красивая ямка как. Да, вот так сегодня везде. Любимые поля. Что там у нас? Капуста. А может, не капуста? Ни хера, это не капуста. Ну как? Мойте, прям там же. Да больно, вода грязная. Да, конечно. Что там, блин? Непонятно. А, ну да, смотри, лобовое стекло. А
подсвечивает? Да, да, сквозь лес и достаточно бликует что-то. Что там сегодня нам подарили? Капуста. Капуста? Сказала, что это капуста. Как толстая какая. Нормально. Глины на ней много. Какой год-то хоть? 26-й. Интересно. Какой-то МК, МК. Да, что? Здесь вот в конце... Ну вот здесь были, и Александр II здесь встречался. Что за буквы-то? Фиг знает, что это за капуста такая. То ли МК, то ли МК. То ли ЦК. КПСС. Вы, блин, плюх. Ты сегодня по капусте специализируешься, да? Я не надо деться, он кладет одну капусту. Мы бы вообще... Щи сварим, елки-палки. Беленькую капусту. Из свежей капусты. Какую беленькую бы мог положить? А беленькую что? Подожди. Ладно, сейчас попробуем залезть. Может, беленькую туда. В конце копа? Да хрен. Как обычно. Фокус где? Ладно. Так, здесь нам заросли пока не дают. А вот там, где мы пытались тогда пройти, сейчас фокусируемся. Где она? Ну, короче, вот туда уходит. Там вроде просветы сейчас видны. Сейчас попробуем туда. А, у нас вот сигнальчик. Забыл совсем деньга. Ты на чем фокусируешься, дружище? Вот. Ладно. Так, залезли. Смотрите, что здесь творится. Вот она, вся дорога. Дед Мазай и зайцы. Вот она здесь была где-то дорога. Вот она вся затопила ее. Видите, прям вытекает. На мой шампиньон. Где? Вот. Да? Нет. Как не поганки? Нет. Навоза-то полно. Похоже на шампиньона. И юбочка вон торчит. Сейчас сорву, посмотрю. Да хер себе. Опять облом, кстати, блядь. Да ну что, попробуем кабаней тропой или сейчас? Через лес? Мы там через лес не пройдем. Так я не там, а дальше чуть-чуть. А дальше тоже не пройдем. Почему? Ну, это не подскажет, что не пройдем. Блин. Ну вот, видишь, мне так кажется, что бобры там где-то запрудили ручей, он сюда пошел. Хрен знает. Уже я могу сказать. Ну это далеко, за пруды-то. Ждем пока. Ждем пока подмерзнет или подсохнет. Твою мать. Ладно, будем искать что-нибудь новенькое. Да, леса, я чувствую, все равно, блин, останется. Они до... светлые, очень сильные. До весны. Ух ты, ё, да. Сигнальчик. Че такое, ух ты? Да это я что-то. Гренадерочка вывалилась. Покажу. Блин, надо. Дыркой один. Целенькая сушка. Вот такая вот. Здесь их еще не было, целые. Ой, ладно, идем попробуем вот с того угла, конечно. Здесь без мазы. Ну или бить поле. Ну пока бьем, а что сделаешь-то? Ладно. Так. Сейчас вот здесь попробуем пролезть. Ну, я, конечно, сомневаюсь. Нет, здесь она явно шла, но здесь сильно заросшая. Я хочу попробовать вот этим углом. Ну, этим сейчас. Пройдет. Там, так, сигнал. Так, ямы. Надо снимать меня сзади. Закапываю. Я тебя сверху снимаю. Что за... Катя. Катерин, полушка. Не так похоже. Вот здесь, кстати, вот с этого угла мы Катю поднимали. Много достаточно. Да. Вот ну, она, Катечка. Катюшка. Тоже она. Ну, да. Даже рада. Вот такая. Ну, сам факт приятности. Находки. Оп. Ой. Залезли все-таки в лес. Обнаружили вот такой ручей. Сейчас. Опа. Поменялось. Наверное, да, прикольный. И знаете, какая береза?
не обхватишь вообще вдвоем. Лопату. Канатоходцы. Ну, сейчас я пойду тебя ловить или сама вы. А, вот такая тут бурьянина. Но помахать чуть-чуть можно. Блин, да, березы вообще охренительно. Пойдем на то поле, блин. Любыми способами. Да пройдем. Сейчас здесь посмотрим. Вылезли он из дебрей. Против солнца снимает. А тут нас вот поджидают. Ни разу здесь коров не видел. Это не скосили. Фиг знает, скосили ли третье. Ладно. Так, ну, серебро дали. Попробуем снять. 5 копеечек. Что не видно? 1820 год, короче. Ладно, в зачет. Ходим. Интересную сейчас беседу имели с пастухом. Он поведал про эти поля. И говорит, каждый раз сеют, говорит, уже на протяжении многих лет. И никогда не косят. Потому что здесь всегда болото. Я говорю, а нахрена тогда сеют? Говорит, а потому что, говорит, приказывают. Я говорю, оригинально. То, говорит, они еще иногда косят, а здесь болотина, говорит, и никогда в жизни, говорит, их не косят. В итоге все равно перепахают, все равно засеют и косить не будут. Коров вон гуляют. Будем ждать, когда... Тучка пролетела. Да вон, солнце идет и капает. Ладно, пойдем сейчас туда, где скошено, потом походим. Я буквально в метрах в 3 отсюда нашла тот пятак масонский. Угу. Вот на этом участке траву всю корову притоптали, мы все хотели здесь походить. Я покажу. Вылетела какая-то хренулька. Осколок от чего-то. Красота какая-то. Будто рамочка. Откуда медь? Или латунь хрен. Нет, сзади медь. А здесь-то это золоченая, смотри. Ну, или позолот. Сохраняет. А мы дом проверим. Реагенты купили. На золото, на вот это, на пробу. Теперь можно понять. А что реагент? Да господи, там ничего сложного нет. Смесь азотной, соляной, по-моему, кислоты и дистиллята. Вот я сейчас хочу не вот эту часть, а вот эту пробить. Давай пробьем, мы здесь не ходили. Угу. Как вы понимаете, сигнальчик у нас. Супа. Не похоже, чтобы это было, Катя. А что? Буквы по краю. Он проглядывает. Я вообще не пойму, что это. Посмотри. Ну, вензель-то, Катя, это что? Вообще-то. Или это... Какая-то полушка написана. Полушка, наверное. Да, это Екатерина, полушка. Ну, сейчас здесь походу. Венечка, прошли мы кругом, вернулись на скос оттуда. Там совсем затопило, конечно. Павловский. Сигнал Павловский. Павловский. Я пуговицы пособирал еще чуть-чуть. А, полушка. Что я говорю, денежка? Какая денежка? Полушка. Павлушкина полушка. Видите? Вот так. Как-то так. Прям в коровьем следу. Да. Коровы ходят за нами. Смотрите, какая штука. Правда, тонюсенькая? Да, тоненькая, да. Опа. Она серебряная. Серебро. 84-я проба. Подвесочка целенькая.
Еще что-то какое-то там дрекли ему. Ну да. Ну все, в зачете с серебром сегодня сразу. Сейчас еще походим часок-другой. Все, уже солнце зашло, солнце практически, да. Сигнал. Все, вот, а, чистый все. Пятачочек. Уже у меня, наверное, 46-го года. Вроде живой. Да, по-моему, уже. Ладно, еще пока ходим. Да ничего, еще пока. Мошка одолела неожиданно вообще. Я думал, уже должно ее не быть здесь. Там туча. Ага. У нас туча очередная наползает. И советики. Душка. Положи к себе, у меня же задолбалось. Я сюда снимать перчатки. Интересные. Двушка, год не ясен. Ну, ранний какой-то. Не видно, да. РСФСР. Так, РСФСР, да? Ну, это эти старые, до 32-го. Вот. Сейчас доходим до леса и идем вот там, в обратную сторону, уже к машине. Такой я уже не вижу. И еще сигнальчик. Сейчас попробуем. Камеру. Побрызгать лучше? Может, увижу. Ну, видишь. Дай побрызгать. Ну, что это Алексашкин? Или здесь был? Блин, темно уже. Нифига я не вижу. Да, это Алексашкин. Да? Ну-ка, переверни. Она сама. Она? Она. Она, она. Я ни черта не вижу, но... Стемнело, сейчас пойдем с фонарем в машине. Что, друзья, у нас ночь. Люб куда-то вперед убежал, в темноту. Двушечка, блин, сложно. 31-й год. Так, ребят, раскладываемся. У нас, короче, все, ночь. Ну как ночь? 6 часов вечера. Вот это вот. Крестик он собрал. Две половинки креста. Да. Ну что, монеты есть. Серебро есть. Все есть. Все, что оживет, будем прикреплять. Ну вот, сегодняшний зачет главный. Главный, вот, 5 копеек. Вот я их и да. 20-го года. Вот так вот. Позатертый, затертый, конечно. Ну, ладно. И опять горелый. Зачетик. Так что все, ребят, до скорой встречи.